Вот этот ряд, да, 300 рублей, вот этот 390. И пусть цены здесь не намного ниже рыночных, зато товар самый свежий. Такая свинина и на гуляш пойдет, и любимым внучкам на котлетки, уверена покупательница Наталья. Для своих близких хозяйка берет только амурскую продукцию. Во-первых, местный – это потому, что он всегда свежий. Это естественно, потому что если мясо свежее, то оно, если оно привозное, то оно должно где-то замораживаться, правильно, вестись в холодильниках, оно уже не свежее. А здесь, как бы, простите, забили животное и продали. Отдел в торговом центре ГСТК крестовоздвиженские фермеры открыли в пятницу. Он стал четвертой точкой сельхозпроизводителей на рынке предприятия с 2011 года. Начинали мы с того, что возили продукцию на рынке, то есть на перепродажу. На сегодняшний день мы начали открывать с прошлого года свои магазины, фирменные точки, то есть цены будут от производителя без на всяких накруток. Радуют местные производители не только ценами, но и безопасностью продукции. Попасть на ферму Волково, к примеру, можно только пройдя специальную санитарную обработку. За здоровьем каждой хрюшки здесь следит ветеринар, а прививок у них больше, чем у любого человека. Когда уже мы выходим на откормочное поголовье, уже в это время прекращаются всякие инъекции, все прекращается. Вот когда он надкормочник, и последние 2 месяца уже все, чтобы у нас, значит, выходит чистое мясо. Прямо с фермы продукция ежедневно поступает на прилавки фирменного магазина. Так же, как и крестовоздвиженский, он открылся совсем недавно. Товар там хранится не больше суток. Чтобы минимизировать отходы, в ближайшее время предприниматель планирует запустить линию по производству полуфабрикатов. Несмотря на экономические трудности в рамках импортозамещения, наши амурские фермеры продолжают открывать объекты торговли со своей продукцией, очень качественной. Так, в 2015 году у нас было открыто 4 фирменных магазина от амурских фермеров, и вот в январе этого года открылся отдел. Приобрести свежее мясо и субпродукты покупатели могут ежедневно в торговых центрах ГСТК и на ВДНХ по выходным. Юлия Мишернова, Андрей Белый, программа «Город».